Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нашей студии замечательный гость. Это проректор по научной работе, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Нургалиев Данис Карлович. Здравствуйте. Данис Карлович, такой вопрос. Разрешите, во-первых, вас поздравить с вручением, попаданием в число лауреатов премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. И, пожалуйста, расскажите, за что присуждена премия. И вот такой вопрос созрел, что вот премия присуждена за метод спектральной широкополосной шумометрии. И эта идея далеко не новая. В чем там новшество и какие результаты это дает? Ну, в принципе, да. Спасибо большое за поздравления. Приятно всегда получить поздравления. И не только вас поздравляю, но и всех причастных, весь коллектив. Да, большой коллектив, 8 человек, значит, вошло в число лауреатов, значит, по этой теме. Но тема действительно широкополосная спектральная шумометрия. Это распространенный такой метод, известный, широко во всем мире он используется. В принципе, он создавался и в Советском Союзе в свое время, тоже начинали, значит, заниматься, в том числе в Казанском университете, им очень долго занимались, это давние еще времена. Но, конечно, сегодня этот метод, он совершенно на другом уровне находится, потому что сегодня оборудование, которое есть, значит, и компьютерные способы обработки, они, конечно, не снились вот тем людям, которые в 50-е годы начинали эту технологию разрабатывать. Вот. В чем особенность вот этой работы, почему, значит, мы получили эту премию, значит, действительно, она очень интересная, и эффект от нее экономический очень большой был, и мне даже сказали, что это одна из лучших была премий вот в этой секции за многие годы, вот последние, да, вот. Ну, у нас не было какого-то большого начальства там в этой группе, так сказать, были разработчики, вот, и в чем особенность, вот почему эту премию дали, потому что в основном это было связано с тем, что был разработан, во-первых, прибор очень хороший, и, во-вторых, что самое главное, наверное, в этой работе, было найдено очень интересное, уникальное применение этого метода. Именно в скважинах на ПХГ, подземных хранилищах газа и в газовых месторождениях. Вот. Когда мы опускаем этот прибор в скважину, это такой маленький, значит, микрофончик такой, да, он слушает с колоссальной чувствительностью, слушает, какие шумы в скважине есть, да. И вот если на расстоянии там 1-2 метра от скважины или там прямо, значит, в месте, где скважина контактирует с грунтом, с породой и с цементным кольцом, есть шумы какие-то, перетоки, значит, какого-то газа, флюида. Это очень тихие шумы, иногда они очень высокочастотные. Поэтому вот широкодиапазонная, значит, спектральная шумометрия называется, да? Вот. И эти шумы можно обнаружить, и самое главное – найти их источник, понять, каково их происхождение. Что это такое? Газ, газ с нефтью, газ с водой, и сколько этого газа перетекает, есть... примерно какого размера вот эти вот каналы, по которым это все протекает. То есть это своеобразный, да, каротаж, да, проходит? Да, это каротаж, это естественный каротаж, и можно послушать и узнать, значит, что вот происходит в заколонном, значит, пространстве, в скважине. Со скважины. Вот. И мы нашли интересные применения, связанные с подземными хранилищами газов, которые позволили сэкономить огромные деньги вот для «Газпрома». И вот мне очень приятно вот получать эту премию в компании, не только в компании ТГТ, но и в компании с специалистами из «Газпрома». Вот. И я заметил, что действительно и специалисты, и «Газпром», «Трансгаз Казань», да, «Трансгаз Казань», и других подразделений, да, «Газпрома». И вот международная компания TGT, которая непосредственно разрабатывала и выпускала эти датчики, да, уникальные. Вот, вы, в чем их вклад вообще? Ну, TGT, во-первых, это ТГТ, татарские геофизические технологии, переводите, на самом деле, аббревиатура, да, совершенно. То есть это международная компания, да, это, да, наши татары. В принципе, это такая интересная история, вот, как говорят, такой вот история успеха. Стартап такой был. Вот в Казанском университете в свое время вот, занимались вот этой спектральной шумометрией, и небольшая группа молодых ученых, они собрали вот эти данные, выехали за границу и в районе залива получили первый контракт такой хороший. Так вот, получили. Ну да, у них были приборы, они, значит, убедили, значит, специалистов, вот, нефтяников, что вот нужно вот этот каратаж использовать, получили контракт, заработали денежки, и дальше вот эту технологию начали развивать очень сильно. И развили ее до такого состояния, что вот сегодня в Казани построен завод, который, значит, экспортирует в 17 стран мира вот эти шумомеры.
получается. И получился очень хороший прибор такой, да. Оглушительный какой-то, да, успех такой получился, да. И, в общем-то, это одна сторона вот этого, значит, этой премии, этого проекта, который выиграл, да. То, что действительно была создана вот такая компания, она создала прибор прекрасный, который вот отлично, успешно используется во всем мире. Вот в Северной Америке, в Африке, там, в Заливе, в Китае, где угодно. Да, вот, вот одна сторона этого. Другая сторона в том, что вот этот прибор нашел применение именно вот в газовой промышленности, значит, на подземных хранилищах газа. Около любого города есть подземные хранилища газа. Это не бочки, это вот подземный резервуар естественный. Например, для этого лучше всего подходят какие-то старые месторождения газа. Например, черпали месторождение, выкачали из него газ или нефть там. И теперь его можно использовать для хранения газа. Как ни удивительно, такие хранения, они во всем мире используются, подземные хранилища газа. А у нас в Казахстане есть они? Да, конечно, есть. Да. И они в Удмуртской республике есть, вот очень интересное такое большое хранилище. В Татарстане есть газовые хранилища. Потому что вы никогда не знаете заранее, сколько газа будет потреблять город, например, крупный город. Да? И вам нужно, если в какой-то момент вам будет, у вас лишний газ будет подаваться, вам куда его девать? Вы закачиваете в хранилище. Если не хватает, вы из хранилища берете. То есть это такой буфер, такой, да, хранилище для большого города. И, конечно, вот, они есть и городские, они есть и более регионального плана значения, так сказать, да. Они по всему миру распространены. Естественно, нам нужно хранить так, чтобы газ этот оттуда не уходил, не теряли мы его. Да? И вот тут возникает несколько проблем, которые удалось вот нам решить с помощью этого прибора. То есть прибор, да, может поймать утечку газа, да, какие-то нежелательные, да, конечно, деструкционные, да, процессы. Да, мы продумали целую большую такую технологию применения этого прибора. Эта технология сейчас применяется уже в других газовых хранилищах, и не только в газовых хранилищах, но и в месторождениях газа, газпромовских, значит, по России, и, может быть, за рубежом даже. То есть за рубежом не додумались, да, вот такого? Ну, знаете, что значит не додумались, да? У каждого есть своя проблема, свои возможности, свои задачи, да, в каждом случае. Наверное, где-то есть другие проблемы, например, да, у нас вот свое оборудование вот этих подземных газовых хранилищ, в другом месте другое оборудование. И вот в нашем случае, вот, когда вот подземные хранилища газа в России эксплуатируются, возникают определенные проблемы с этим оборудованием, которое вот сегодня мы используем, сказать, в регулярном смысле на всех этих подземных газовых хранилищах. Вот эта методика, она очень оказалась удобной, позволила сэкономить большие деньги. А вот запатентовано это сейчас? Там, да, конечно. Насколько я полагаю, российский патент есть? Получено множество российских патентов на эту технологию, да. Есть уже международные, да, патенты. Да, вот, да, есть. Ну, понимаете, дело в том, что «Газпром», он свои месторождения обслуживает, свои, так сказать, хранилища газа, да. Для него, я не знаю, есть смысл зарубежные какие-то патенты получать. Наверное, каких-то технологий есть. А здесь, в данном случае, важно использовать технологию это на своих хранилищах газа и своих месторождениях газовых. Вот. Но это уже политика «Газпрома». Если брать, да, сам «Газпром», наверное, у него огромное количество вот этих хранилищ. Конечно, да, конечно. По всей стране хранилищ. И, да, действительно актуальнейшая проблема. Конечно, да. И эффект, наверное, миллиардами рублей. Да, миллиардами рублей считается, конечно. Поздравляю. Угу. Поздравляю спасибо вас большое, таким. Спасибо. А, знаете, такой интересный факт. В числе лауреатов премии посмертно наш уважаемый профессор КФУ Николай Николаевич Непримеров. И вот что, какие его идеи легли в основу данного проекта, который получил столь высокую оценку? Ну, Николай Николаевич Непримеров – это человек известный в России в нефтегазовой сфере. Хоть он и физик, так сказать, мы его называем нефтяник-физик, физик-нефтяник. Вот. В свое время он создал такую школу, такой спецфакультет. Дело в том, что когда вот нефтяников обучают, да, они, это же не физики, это нефтяники, они начали изучать гидравлику, всякие, значит, физические процессы, которые происходят в нефтяном пласте. Вот здесь такая дисциплина — физика нефтяного пласта преподается там, да, в этих учебных заведениях, когда готовят геологов-нефтяников. А он создал такой спецфакультет, на котором, по сути дела, изучал глубоко физику, преподавал физику именно вот этим геологам-нефтяникам и показывал, как эта глубокая фундаментальная физика работает на практике. Это здорово. Но я думаю, что несколько тысяч человек обучилось на этом факультете в свое время. И вот он оказал свои, вот в эти годы, колоссальное влияние вообще на нефтегазовую промышленность Советского Союза, я считаю. И вот сегодня я знаю многих геологов, которые прошли вот эту школу, вот этот спецфакультет. Они с очень, так сказать, с уважением и с большой благодарностью вспоминают вот эти месяцы, которые они обучались у Николая Николаевича. И он создал целую серию таких вот принципов
физически, которые используются в нефтегазовой сфере. Это здорово. У него есть и книги на эту тему опубликованы, значит, и вот эти курсы, лекции остались, так сказать. Его ученики сегодня по всему миру практически работают, да? Вот, это одно. Действительно, его вклад вот в физическое обоснование нефтегазовых вот процессов, процессов в пласте, процессов добычи, связанных с термическими эффектами, такими геотермическими эффектами, то есть с распространением тепла, как оно влияет, да, с измерением, то есть созданием приборов, которые позволяют там измерить температуру с точностью там сотые там доли градусов, чтобы определить там, как холодная вода не втекает, и вы определяете, что там на 0,01 градуса, значит, температура выше или ниже, и можно это определить, где находится источник этой воды, там, да, откуда уходит скважина вода и так далее. Вот такие вот вещи. Это одно из его направлений. Другое направление связано с тем, что он, когда он окружил себя вот этими единомышленниками, физиками, тут возникали какие-то спонтанно возникали идеи, в том числе возникла идея спектральной шумометрии тоже. Да? Она уже обитала в воздухе, там, и за рубежом это делали, и Шлюмберже, там, и другие компании использовали, но в России только начиналось. И вот его, среди его учеников было несколько человек, которые этим занимались. Значит, потом это появлялось, пропадало, и в итоге вот, люди, видимо, не смогли как-то вот в России, в Советском Союзе, да, вот, ну, и время такое было, не очень такое спокойное, ну, да, он, в это время. И да. Николай Николаевич сам был колючим человеком. Да, и такой человек был. Ну, он всегда эту компанию, в общем-то, поддерживал. Они уехали, эти ребята, вот, я сказал, и создали эту компанию. Николай Николаевич все время держал с ними связь, он все время их консультировал, работал, они очень, так сказать, тепло относились друг к другу. Он был, я не знаю, что участвовал в этой работе вообще, в этой компании. Вот, вот поэтому он находится вот в этом списке. То есть как отец школы. Отец этой школы, да, и, значит, который создал не только вот, в принципе, этот метод, в принципе, да, но и массу других методов он создал. То есть вот я говорю, что в свое время он оказал действительно ощутимое влияние на вообще нефтегазовую промышленность Советского Союза в свое время. И его поэтому все знают. Его все знают. Все нефтяники его знают. Вот. Вот такой человек был. Он действительно был великим ученым, универсалом. Да, он очень, знаете, вот, наверное, я могу сказать такой привести факт. Один из первых хоздоговоров вот, в Казанском университете, вот именно конкретных вот, хоздоговоров, был заключен им, по-моему, Статнефтью. То есть, вот, ну, это было очень давно, тогда еще это не было распространено. Вот один такой существенный хоздоговор он заключил с Статнефтью. Он критиковал методы нефтяников, когда там именно связаны с температурными режимами, да, обработки, конечно, скважин, и да, за это ему попадал даже. То есть он был... Потому что, понимаете, когда происходит какой-то процесс, нужно всегда считать. Вот он был физик, который мог посчитать, сказать, что вот если вы закачаете столько воды, у вас температура пойдет настолько-то, да? То есть просто так вот определить это невозможно. Нужно было считать. А чтобы считать, нужно было какую-то вот знать какие-то параметры, численные, так сказать, численные значения этих параметров знать, чтобы посчитать, знать объемы, время, там, температуру, значит, все эти вот физические характеристики, параметры пород, воды, там, флюида. Вот. Это физик, человек, который мог посчитать. Это посмертная оценка его высокого... Да, посмертная оценка его вот таких... Высокого вклада. Да, большого вклада вот в эту область. Денис Карлович, я хочу продолжить наш разговор, немножко сместив фокус темы. На дворе весна у нас, неумолимо приближается ЕГЭ, соответственно, приближается приемная кампания. И я хочу вас спросить, как директор Института геологии и нефтехимических технологий Казанского университета, давайте поговорим о цене и ценности образования в вашем институте. Цена, понятно, что это... Баллы – это труд самого школьника, да, который в результате получает баллы по ЕГЭ. Цена – это в том числе платное обучение, которое там родители помогают. А ценность – это те результаты, которые получает выпускник вашего института, среднестатистический выпускник, выходя за стены нашего вуза, вступая к работе, к доходу, в карьерный рост, в перспективы, надежность, взгляды в будущее. Вот эту тему, если мы поговорим. Начнем с цены. Да. Ну, цена... Это совет для родителей, скажем так, больше. Да, совет для... Да, конечно, это очень важно. Потому что каждый родитель, он хочет, чтобы его ребенок выучился, получил такую профессию, которая позволила бы ему достойное, значит, существование в будущем, жизнь, приятную жизнь. Вот, знаете, у нас в Институте геологии есть такой девиз. Мы говорим, мы выпускаем счастливых и успешных людей. То есть вот человек, во-первых, счастлив должен, потому что он должен
в консенсусе вот с этой работой, да, ему должна эта работа нравиться. И, с другой стороны, он должен быть успешен со стороны. То есть он вот хорошо живет, у него там хорошая квартира, хорошая зарплата. Хорошая машина, жена, да. Хорошие дети, приятно встретить старость. То есть вот он успешен и счастлив, как бы, да, это очень важно. Потому что сегодня поколение, которое вот приходит, они как бы, они другие. Вот наше поколение было другое, и я как смотрю на них, они уже как-то хотят, чтобы вот... Иногда они, конечно, переоценивают свои возможности, может быть, да. Может быть, даже где-то это правильно, там, да. То есть ставят какие-то большие задачи, я так понимаю, да, при этом. И пытаются их достичь. Это вот здорово. Вот, ну, молодежь всегда можно ругать, но мне кажется, вот современное поколение, оно такое, более такое прагматичное и такое, знаете, нацеленное на какое-то достижение, успеха какого-то. Вот это здорово. Вот это хорошо. И обучаясь в Институте геологии, нефтегазовой технологии, мои выпускники, они получают очень хорошую профессию для России. Для России это, наверное, ну, я не скажу, что профессия номер один, но это очень высокий такой уровень, да. Ну, сейчас очень много профессий. Вот мы даже не знаем, кого нужно выпускать, какие люди будут нужны через 5 лет, например, да. Но вот у нас нет таких, как бы, вопросов. Мы знаем, кого мы выпускаем, и мы знаем, что они востребованы. Потому что эра нефти, она не кончилась, хотя есть многие заявляют, эра нефти закончилась, да. Это, конечно, неправда. Я думаю, что в ближайшие 50 лет, как бы, это будет продолжаться, как минимум, да. Сегодня у нас нефти, у нас много в России, нефти, газа, у нас огромное количество, работы у нас хоть отбавляй. Компании, значит, все работают, не только российские, но и зарубежные компании, и за рубежом тоже люди работают. То есть, в целом, в мире эта работа сегодня востребована. И вы никогда... Вот закончив, получив диплом вот нашего университета, значит, диплом инженера-геолога, там, нефтяника, геолога-нефтяника, там, или инженера-нефтяника, вы обречены найти работу, если вы хотите ее найти. То есть без проблем. И поэтому я считаю, что родители, когда вот выбирают, значит, для своих детей профессию или со своими детьми обсуждают, какая у него будет профессия, конечно, это не нужно делать последний год там, в 11 классе. Да? Конечно, нужно об этом заранее подумать. Ребенка как-то направить немножко в этом направлении, если они хотят. Обычно у нас же учатся дети, те же самые геологов, нефтяников, потому что они видят своих родителей, как они живут там, как они перемещаются по миру, там, туда ездят, какая у них работа. И почему-то они все хотят, многие хотят идти по стопам родителей. Потому что они видят, что родители довольны. То есть вы много жизнь хорошая, огромное количество. Я думаю, что основная масса... Ну, сегодня вот немножко этот процент отменяется, появляются другие люди, да, другие дети появляются. У них родители не были нефтяником. Вдруг неожиданно он вот решил стать нефтяником. Да? Вот. И, конечно, вот другая сторона этого процесса. Хорошо, школьник набрал хорошие баллы, поступил, значит, на бюджет, учится. То, что вот счастлив ли он, да, вот эта сторона остается. То есть человек, когда приходит, о, нефть, это здорово, это деньги большие, я там буду начальником, там буду получать хорошую зарплату, там буду работать. Но не всегда это как бы играет, не всегда это правильный выбор, понимаете, у детей. То есть приходит человек, учится год, потом видит, что это не его, понимаете, какие-то горные породы, минералы какие-то, какие-то практики в лесах каких-то с комарами там, да, как-то все это ему как-то не очень нравится. И они, даже уходят люди. То есть вот это у ребенка все-таки должно быть. Вот сейчас мы развиваем геологическое движение в Татарстане. У нас около 40 подшефных школ, в которых дети, вот более 1000 детей около занимаются. Около 40? Так, да, много? Да, но это немного на самом деле. Я думаю, что мы больше будем. И вот президент республики поддерживает вот, проведение, лично, кстати, поддерживает проведение геологической олимпиады, ежегодной республиканской открытой олимпиады, такая полевая она. Они выезжают, там живут в пионерском лагере, там и каждый день у них какие-то соревнования, там они моют даже золото там в ручьях, там копают, накопают, там все измеряют что-то, определяют минералы, горные породы, то есть описывают эти вот разрезы, обнажения описывают, да. То есть вот мы хотим, чтобы дети к нам приходили, дети, которые уже знают, что такое геология, что такое нефть, что такое вот скважина, что такое бурение, вот, то есть им нравится это. Я вот говорю, что к нам приходят люди, должны приходить люди, которые любят природу, любят перемещаться в пространстве, не любят сидеть в кабинете. Хотя, с другой стороны, сегодня в нефтяной промышленности, наверное, больше половины людей работает в кабинетах за компьютером, да? Это тоже... Вот, кстати, да. Хотел такой вопрос задать. Вот вы, Данис Карлович, правильно сказали, что сейчас эра нефти еще идет, конечно, да, она продолжается. Конечно. Но сейчас ведь эра нефти — это не легкая нефть, а...
трудноизвлекаемые запасы, которые с каждым годом становятся все больше и больше. Доля их возрастает, конечно. Да. Доля их возрастает, а каждое месторождение с этими трудноизвлекаемыми запасами — это вызов, это интеллектуальный вызов. То есть здесь сейчас соответствует ли обучение у нас в университете этим новым вызовам? Компьютеризация, умные скважины, там, какой-то там сверхмудрый каратаж. Конечно. И прочие вещи. Вот сейчас как вы это оцениваете? Вот абсолютно правильный вопрос. Вы знаете, вот я вернусь немножко в другую сторону, да, посмотрю в другую сторону. Вот сегодня в России много нефтегазовых вузов. Есть Губкинский, например, вуз, да, есть Уфимский нефтяной институт, то есть, который выпускает там тысячи специалистов каждый год, да, это огромное количество. И, естественно, эти люди, значит, расходятся по всем этим компаниям, их там много, этих людей, да, но это инженеры, да. У нас есть своя специфика в Казанском университете, значит, институте геологии и нефтегазовых технологий. У нас эта, значит, специальность, она более геологична. С одной стороны. То есть мы создали Институт геологии и нефтегазовых технологий на базе геофака, геологического факультета Казанского университета. Вот. И у нас очень большой такой опыт, значит, и школы в области геологии. Поэтому это первое, то, что вот мы говорим. Да? И поэтому те технологии, которые мы разрабатываем в недрах вот нашего института, мы их тут же применяем и тут же запускаем их в учебный процесс. Вот. Не только вот для наших бакалавров, магистров, но в том числе мы приглашаем ежегодно примерно 1000 человек из компаний обучаются вот этим технологиям, которые мы, по сути дела, разрабатываем в Казанском университете. Да? И среди этих технологий какие? Вот как раз те, которые вы сказали. Это, во-первых, добыча высоковязкой нефти. Вот. Это цифровизация. Вот. Это использование вот цифровых технологий, значит, начиная от геофизики, до разработки, до создания цифровых моделей месторождений, так? Моделирование различных сложнейших процессов, химических процессов скважин. Да? Вот сейчас мы, значит, где-то 4-5 лет назад мы запустили такую идею. Давайте перенесем процесс нефтепереработки под землю. Я говорю, как завод под землей, что ли, будет строить наш нефтеперерабатывающий? Мы говорим, ну, почти. Потому что вот есть высоковязкая нефть, я, к сожалению, не принес образец. Вот вы видите, скажете, что это добывать можно? Это вот такая твердая нефть в породе. Как гудрон. Как гудрон. Как ее можно добывать-то? Как вы ее добудете? Вот, оказывается, можно и нужно добывать эту нефть сегодня. Вот, нужно использовать такие технологии, которые позволяют в пласте превратить эту нефть сначала в жидкую, потом выкачать ее, так сказать, больше коэффициент нефтеотдачи, так сказать, увеличить. Потому что можно, например, подействовать просто теплой водой, например, помыть, да? Там вязкость уменьшится, нефть вытечет немножко, но какая часть останется? Можно пар запустить туда. Так? Пар конденсируется, тепло выделяется, так сказать, нефть растапливается, значит, вязкость не уменьшается, и она вытекает скважина. Да? Мы говорим, давайте еще катализатор туда запустим, чтобы вот при температуре, скажем, 200-250, там, 300 градусов, которые, значит, мы достигаем нагнетанием пара, мы бы еще запустили процесс крекинга. То есть мы бы еще большие молекулы начали разрывать на кусочки, чтобы нефть стала не такая вязкая. Не просто, скажем, у нее вязкость упала, мы добыли ее, потом она остыла, опять замерзла. Это совсем необратимо изменить вязкость нефти в пласте. То есть это как на нефтеперерабатывающем заводе. Да, как нефтеперерабатывающем заводе. Колонна, крекинговая колонна, только она уже под землей. Она под землей уже, да. Вот. Нам говорят, ну это разве возможно, это же ужасно, там, наверное, сложно, это же надо контролировать процессы все эти в скважине. Так вот, за эти годы мы разработали те технологии, разработали методы мониторинга с поверхности Земли, что же происходит в пласте и где разжижилось, где вытекло, где осталось вот эти все процессы. То есть мы создали такие технологии, которые сегодня уже применяются в компаниях. Сегодня вот в Татнефти мы использовали технологию, значит, катализаторов для разжижения нефти в пласте. Значит, другой проект у нас сейчас вот запущен, значит, катализаторы поехали на Кубу, это за рубеж нефтью мы это делаем, так. Сегодня точно такой же процесс запускается с Роснефтью, с Лукойлом, вот, Сургутнефтегаз этим процессом интересуется. То есть компании сказали, о, как интересно, здорово. Это же была не шутка, оказывается, не фантастика такая, что вот это можно переместить нефтеперерабатывающий завод под землю. Да? Другая вещь, которую мы создали, это система, технология мониторинга.
То есть, когда вы запускаете процесс, закачиваете катализатор, ну, катализатор, конечно, не платиновый, там, не осмиевый, да, какой-то, ну, конечно, подешевле, там, из железа, железный катализатор, железо там используем, мы медь, вот из таких, которые мы использовали, это, значит, такие, довольно дешевые такие катализаторы, естественно. Ну, и крекинг сам по себе такой легкий. Конечно, конечно, естественно, это не тот крекинг, который в колонии делается. На бензин нефти. Не выходит на выходе. Да, да, то есть, ну, знаете, вот, все-таки одно дело, вы разжижили нефть и добыли, потом она, скажем, замерзла снова, да, вязкость не уменьшилась, увеличилась, вернее, вязкость, да. А здесь вы необратимо изменяете вязкость, то есть вы облагораживаете нефть. Это может быть даже не нефтепереработка, это облагораживание нефти, на самом деле, конечно. Но, в принципе, в будущем мы будем стремиться к этому. Есть еще одна технология, которую мы продвигаем сегодня в России, и, в общем-то, уже есть интерес к этой технологии, это технология подземного горения. То есть включается горение в пласте, часть нефти сгорает, остальная часть там плавится, крекинг происходит. Неконтролируемое горение? Нет, вот оно как раз контролируемое. Все говорят, ух, если загорится, как потушите, да? Вы закачиваете воздух в скважину, да? Если поджигаете, закачка воздуха, идет горение. Воздух выключаете, у вас все горение прекращается автоматически, так сказать, да? Оно останавливается. То есть нет такого, чтобы горение продолжалось, когда вы не качаете воздух. Ну, процесс полностью контролируемый. Но есть проблема. А где горит, куда горит? Вот в Китае таких проектов достаточно много. Такие проекты были, значит, в свое время в Турции. Татнефть такие эксперименты делала в свое время на вот, малоглубинных, значит, на сверхвязке, на залежах битума сверхвязки нефти. Вот. Это же такие процессы есть. Ну, если это не глубоко, это, конечно, опасно. Вот это произошло, например, в Канаде. Впервые были использованы эти процессы вот, для неглубоких месторождений. Для неглубоких это, конечно, есть такая опасность, что вот это вот тепло вырвется наружу. Значит, вот эти газы, значит, кипящая вода, вот это вот, значит, продукты горения, значит, могут вырваться, ну, как вулкан будет маленький. Да, да, газы могут, да, детонировать. Газы могут, да, детонировать могут. Ну, есть такие проблемы, но начиная с некоторой глубины, эти проблемы, они исчезают. В общем-то, сгорает там несколько процентов нефти, при этом вы остальную не добываете. Такие проекты реализуются. Сегодня вот мы разработали технологию, которая позволяет с поверхности Земли посмотреть, а где же горит, куда двигается вот этот процесс горения. Огненный фронт. Да. До глубины 2,5 километра. То есть мы сделали такую технологию. Вот сейчас мы ее используем вот в одной из компаний. Вот. Значит, сегодня индийская компания. Вот мы подписали в январе соглашение с ними. Они тоже очень интересуются этим процессом. Хотят у себя тоже использовать вот эту вот систему мониторинга. Вот можно такой каверный вопрос, Данис Карлович? А вот экология. Вот понятно, что это процессы подземного крекинга или подземного горения. Здесь сопровождаются выделением и нежелательных веществ. Как вот здесь? Ну, на самом деле, конечно, выделяется, конечно, кстати, один газ, это углекислый газ. Ну, сегодня этот газ, по сути, захороняется, в принципе. То есть вот в этих залежах он захороняется, он куда-то уходит, там, значит, под покрышку уходит. Так. Но, в принципе, у нас есть такие мысли и технологии, ну, в будущем будут, что вот этот газ углекислый использовать тоже для нефтеотдачи. Для повышения нефтеотдачи, дальше его использовать, в принципе. Почему вот эти методы технологии нефтепереработки под землей, они более экологичны, чем те методы, которые мы сегодня вот используем, да? Во-первых, мы добываем очень много всякой вот гадости, да, такой, да, то есть тяжелые металлы, ну, в том числе радиоактивные металлы мы добываем, да? Вот мы их вытаскиваем на поверхность. Мы их вытаскиваем на поверхность. Дальше, значит, они, прокапывают, там, попадают в почву, там, в воду подземную, да? В данной ситуации мы их большую часть оставляем под землей. Вот. Это одно. Второе, то, что вот, когда мы используем, например, обычный метод добычи, да, мы закачиваем большое количество воды. Огромное количество воды мы используем. Да. Эта вода... Вот есть компании, которые добывают, например, флюид, в котором 3-5% нефти. То есть все остальное – это вода. Вот это огромный объем воды, его же нужно транспортировать, значит, перерабатывать, ну, очищать, да, чтобы заново его использовать, значит, для закачки пласта. Нефтяная компания превращается в водокачку. Ну да, водокачку. Получается, мы, значит, типа 100 миллионов тонн, значит, флюида прокачиваем, добываем 3 миллиона тонн нефти. Да? То есть, как бы, ну, и при этом получается, что вот эта вода с агрессивными этими вредными компонентами, мы все время ее поднимаем наверх, и попадает эта вода в зону риска. Зону, где есть подземные горизонты, да, то есть вот это все было. Вот помните... Самотлор убили же, так же? Ну, не буду говорить про какие-то компании, что-то такое, но это было везде.
Помните, даже в Татарстане было, Татнефть в свое время очень быстро взяла под контроль, когда были заселены все источники подземных вод вот, в районах, где работает Татнефть. Помните, да, это в 90-е годы была такая ситуация, когда значит, вот эти водоводы, трубопроводы вот для воды, вот этой вот технологической воды. Все родники засолонились. Да, и родники засолонились, потому что эта вода попала в зону подземных вод, откуда вода добывалась для питьевых целей, так, для гражданского населения. И вот была такая проблема. Но ее решили. Хорошо, в свое время взяли за это дело. Мы тоже целую в этом участвовали, да, определяли. Целая огромная программа была, да, сделали. Вот. В данном случае, когда мы используем вот эту технологию теплопереработки под землей, мы уходим от этих всех проблем. То есть мы уменьшаем количество воды, которая циркулирует, да, вот. Уменьшаем добычу вот этих вот вредных примесей, компонентов. На самом деле очень большое количество радиоактивных элементов добывается. Вот уран добывается, да, очень много. Mm-hmm. Вот люди, я просто уж по телевизору скажу такую вот фразу, что люди очень часто используют старые трубы, которые при ремонте скважин были достали, значит, используют их для ставят в огородах, там делают забор из них, да. А эти трубы изнутри покрыты вот слоем таким нефти, в котором достаточно много радиоактивного вещества, на самом деле. Они достаточно сильно радиоактивные. То есть, ну, это не разрешается делать, но иногда люди там, может быть, уносят какие-то, скажем, трубы куда-то, режут их, используют. Вот это, конечно, не нужно делать, вот, к примеру. Это вот яркий пример того, что, на самом деле, это не так все просто, на самом деле, в экологическом смысле сегодня. Сегодня, конечно, существуют все регламенты по этому поводу, все это захороняется, все это очищается, перерабатывается. Но, тем не менее, лучше все эти материалы наружу не выносить. Вот. То есть, получается, даже несмотря на такое внешнее для обывателя пугающие вещи, там подземное горение, крекинг, это наоборот глубоко экологичные. Да, это более экологичные. Более экологичные, да, проекты. Например, можно добывать нефть так. Вот там, китайцы, вот наши коллеги, там мы с ними имеем несколько проектов, сейчас работаем с ними очень тесно, да. Они говорят, у нас коэффициент извлечения нефти 0,7. Я говорю, ничего себе, как это вы достигли? Они говорят, ну вот у нас вязкая нефть была, мы сначала добывали в естественном режиме, потом водой, потом, значит, полимером, потом паром, вот, значит, потом поджигали. Я говорю, вот получили 0,7. То есть 70% нефти они извлекли, да? А дальше, говорю, как? Они говорят, а вот мы то, что осталось, мы еще подожжем, и там электроэнергию превратим еще. А углекислый газ используем вот для повышения нефтеотдачи. Вот такая идея, да, интересная. То есть все работает, да, в рамках. Да. То есть все, как бы, вот эту нефть, конечно, все надо добыть, и как можно меньше добыть при этом проблем экологических себе. Вот, Данис Карлович, вы сказали Китай. Вот мы практически еженедельно слышим о каких-то коллаборациях, о поездках, о каких-то совместных проектах вашего уважаемого направления с международными компаниями, с международными вузами. Вот выделите, пожалуйста, расскажите нам о самых основных и самых интересных. Ну, у нас действительно сегодня очень много международных проектов. Вот, наверное, один из первых, который мы начинали проект, это был проект в Китае и в Колумбии. Ну, они примерно одновременно начинались, да. Вот китайский проект очень хорошо сейчас развился. У нас есть несколько достаточно крупных таких проектов с китайским университетом. Но мы работаем через университет. Угу. То есть, ну, по законам Китая мы не можем там напрямую вот с китайской компанией. Поэтому мы работаем через университет. Ну, сотрудничаем с этим университетом, значит, юго-западный нефтяной университет Чэнду, угу. Это провинция Сычуань. Вот. У нас с ними большая программа, мои студенты там, наши студенты там обучаются, там, их постдоки, ученые приезжают, у нас стажируются, работают. То есть у нас есть несколько проектов, которые мы вместе развиваем. Вот. Эти проекты связаны с горением, вот я уже говорил, пластовым горением, с использованием катализаторов для, значит, разжижения нефти внутри пласта, вот. Применением полимеров. Кстати, вот этот полимерный проект, он больше обращен на Россию, потому что Китай имеет сегодня очень большой опыт в использовании полимеров для повышения нефтеотдачи. Вот. Полимер – это более вязкая такая жидкость, потому что вода, она такая менее вязкая, протекает. Да? Это полимер такой более вязкий, и программируемый, он более эффективно, да, выталкивает нефть. Потом полимер можно сделать с ПАВами, да, там, да, то есть как-то он то такой комбинированный. Его. Да, то есть получается такая умная молекула такая, ну, там, 3-4 функции она выполняет, да, и можно очень сильно повышать нефтеотдачу. Вот мы здесь по полимерам работаем больше с той целью, что потом этот опыт использовать для российских компаний. Сегодня российские компании все больше и больше обращаются вот к полимерной тематике. Да?
Вот. Другой проект интересный с Колумбией у нас начался, пока он немножко затормозился, потому что, ну, в связи с тем, что Колумбия – это страна, в которой не так много нефти бывает. Хотя вот сосед Венесуэла, там гигантский запас нефти, по сути дела, там 20, ну, почти 30% разведанных запасов нефти находится в Колумбии. Как ни странно, да, такая страна. Ну, там война, там проблемы политические. Ну, неспроста, наверное, эти проблемы, потому что это Клондайк такой нефтяной, на самом деле. Какая-то наркомафия еще, да? Ну, думаю. Наверное, да, там все это. Ну, вот нам-то интересно с точки зрения нефти. Огромные запасы нефти в этой стране, рядом Соединенные Штаты, естественно, конечно, просто так это никто не даст никому, там, чтобы все это разрабатывалось как бы без Соединенных Штатов. А да? Нефть там политика. Вязкая, да? Нефть там вязкая, да. Пояс Ориенока, это неглубоко залегает, очень вязкая нефть, но ее очень много. И, конечно, вот все технологии, которые мы разрабатываем, они именно для Колумбии, конечно. Ну, в Колумбии сейчас проблема, но, тем не менее, мы пытаемся сейчас работать вот через другие компании, потому что наши российские компании имеют свои активы в Колумбии. Вот мы через них пытаемся работать. Другое направление, другая страна, это вот с которой мы сейчас вот начинаем работать, очень интересно, это Индия. Индия тоже, как ни странно, имеет запасы нефти и газа. Она потребляет там где-то 150 на миллион, ну, грубо, миллионов тонн нефти, значит, ежегодно. Ну, вот из них там где-то 30-40 она сама добывает. Вот, то есть достаточно приличный объем добывает. Значит, есть несколько компаний. Вот самая большая государственная компания ONGC. Мы вот с ней в январе месяце подписали соглашение. Мы ездили в Индию, знакомились с их проблемами, увидели действительно, у нас очень много точек соприкосновения. Очень понравилась им наша технология. Значит, они в апреле приедет делегация этой компании, и мы будем с ними уже заключать конкретные контракты. Вот два направления, это известно. Это вот горение известное, и вот то, что мы катализаторы для пара используем, вот это направление тоже будет развиваться с ними. Еще одна страна, в которой мы работаем, это Куба. Там мы работаем и в направлении обучения, готовим специалистов для них. Вот сейчас у нас очень большой проект, 10 таких вот циклов обучения, значит, около 200 специалистов. Крупная такая сумма денег, так сказать. Это обучаем доп. Образование, то есть мы обучаем специалистов уже их. Да? Вот этим, именно тем технологиям, о которых я вам рассказывал. И в смысле технологий, сегодня мы работаем с компанией «Зарубежнефть». Вот используем сегодня технологии закачки катализаторов для разжижения сверхвязкой нефти в пласте. Вот эта технология. Другие технологии связаны с поиском нефти в Мексиканском заливе. То есть тоже очень интересные проекты сейчас разворачиваются с Кубой. Вот. С вьетнамцами, да, сейчас? С вьетнамцами, да. Вот мы в марте месяце, да, мы ездили во Вьетнам, тоже обсудили с ними проблемы. Там три направления таких очень интересных. Это вот Роснефть Вьетнам, это подразделение Роснефть, это там интересное тоже, значит, обсуждение было. И Вьетсовпетро, это Зарубежнефть, курирует эту организацию, это, значит, наполовину российская, наполовину вьетнамская компания. И Петровьетнам, это чисто вьетнамская нефтяная компания. Вот. У них тоже очень много нефти на шельфе. И есть еще возможность найти новые месторождения. И вот добыча, значит, тех месторождений, которые сегодня разрабатываются. Вот. И там тоже такой комплексная такая программа. И подготовка специалистов, и переподготовка специалистов, и вот применение наших технологий. Как для поисков нефти, так и для добычи нефти. То есть у нас и разработки, и по шельфу, да, есть. Да, и по шельфу, да. Но некоторые вещи мы на шельфе тоже можем использовать. Их, да, особенно интересные такие вот вещи. А вот сейчас коллаборации пошли с разного рода зарубежными вузами. И вот я слышал, какая-то есть программа по Лондону. Да, у нас очень интересная программа. Да, очень интересная программа. Я думаю, что это, наверное, вот для родителей тоже это будет интересно. Еще бы Лондон. Да. Ну вот есть вообще в Великобритании есть золотой треугольник такой, да, есть Кембридж, Оксфорд и Лондонский университет, и 4 колледжа. Ну, там 4 маленьких подразделения. Mm-hmm. На самом деле, Imperial College он отделился от, значит, Лондонского университета сейчас уже. Вот. Вот с Imperial College мы заключили соглашение, которое под патронажем BP и Роснефти, значит, стало такой магистерской программой Petroleum Engineering. И все расходы по этой программе оплачивают эти две компании, BP и Роснефть. Ну, диплом Imperial College магистра по нефтегазовому делу – это супердиплом, который позволяет человеку устроиться в любую международную, значит, нефтегазовую компанию. Что, как в России говорят, левой ногой открывать дверь, любую компанию устраивается. Это BP, да, непосредственно? Ну, BP курирует, так бы, оплачивает расходы, потому что программа очень дорогая. Она, ну, около 5 миллионов рублей стоит обучение одного человека. Это в рамках нашего совместного проекта, да, с BP?
нашего университета. Это вот Роснефтью. Дело в том, что в прошлом году мы с Роснефтью подписали такое генеральное соглашение. Мы стали партнером Роснефти, ну, по сути, опорным вузом Роснефти. Вот буквально завтра, послезавтра будут проходить дни Роснефти в Казанском университете. Угу. Вот. И, значит, большое количество специалистов Роснефти приедут в Казань, и они будут работать в Казанском университете два дня. То есть там будет ярмарка вакансий, и будет такая интеллектуальная игра, и представление компании Роснефти, вот, и представление Казанского федерального университета вот этим специалистам, которые приедут. В общем, такая большая будет, значит, такое большое действие, ну, большое мероприятие. Роснефти самой. Да, да, конечно. Тут приедут очень много. Денис Карлович, а как так получилось, что Роснефть выбрала в качестве базового, опорного Казанский университет, который не имеет, на самом деле, ну, таких нефтяных традиций, скажем так. Вот есть же у нас институт Губкина в Москве, да, который 30-й год. Институт в Уфе нефтяной, который, ну, по-моему, все нефтяники оттуда вышли. Да-да-да, это огромное. Вот, и это таких два опорных института по нефтяной промышленности Советского Союза. В этом ряду Казанский университет с его достаточно новизной в этой сфере, он как такой из табакерки, раз, выскочил, и вдруг... Да, как из табакерки, да. Как это получилось, и насколько это сравнение с чертом из табакерки уместно? Ну, знаете, наверное, немножко уместно, потому что вот действительно мы были очень мощным геологическим вузом, да. У нас очень много выпускников, которые работают во всех, значит, нефтегазовых компаниях, не только России, но и мира. И наши ученые участвовали в открытии второго Баку, это и в Башкирии, и в Татарстане. Ну, вообще мы были известны как геологи, хорошие геологи в нефтегазовой сфере. Да? Вот буквально 6-7 лет назад, 6-7 лет тому назад мы основали Институт геологии и нефтегазовых технологий, и начался такой старт. Вот за это время мы приобрели вот этот авторитет, по сути дела. Да? Мы увеличили, во-первых, объем наших исследований, ну, десятки раз, да, с компаниями. Мы вышли за рубеж, вот мы с зарубежными компаниями начали работать, да. Мы, значит, анонсировали несколько программ с компаниями, значит, совместные программы с компаниями. И в этом смысле компании нас узнали. Вот. И сегодня мы работаем практически со всеми российскими, значит, крупнейшими компаниями, не практически, а со всеми российскими зарубежными компаниями, не только в области подготовки специалистов и переподготовки специалистов, но также и в научной и технологической сфере тоже. Вот. Вот так получилось, что мы вот рванули просто. Мне кажется, что одним из факторов, допустим, на который клюнула Роснефть, это все-таки большой накопленный опыт и разработки в области по сверхвязкой нефти. Угу. Все-таки и Роснефти уже все тоже понимают, что нормальное месторождение-то кончается. Угу. Уже прирост запасов идет за счет вот достаточно таких трудных, угу, вот как сверхвязкие нефти, месторождения. И, скорее всего, они, наверное, с прицелом на это тоже. Альберт, ну, у меня есть продолжение этого вопроса, если позволите. А вот есть такая альтернатива: сверхвязкая нефть и Арктика. Да. Буквально, ну вот, тема Арктики, на самом деле, горячая тема. По ней очень много говорят, это много шума, много денег. Появились целые, ну, структуры, которые осваивают эти деньги. Нефтяные месторождения в Арктике, в арктическом шельфе. По себестоимости это дороже, условно говоря, в дикой ледяной пустыне создать инфраструктуру по добыче, по транспортировке. Или использовать, пускай, тяжелые месторождения, сверхвязкой нефти, но которые здесь, у нас, в благоприятных климатических условиях, с готовой инфраструктурой, с готовыми кадрами. Цена вопроса. Что ценнее, дороже, тяжелее? Можно сказать, что вы своими идеями убиваете Арктику? Ну, в том виде, в котором... Нет, конечно. Ну, знаете, вот вы абсолютно правы в том, что сегодня существует два направления. Да? Во-первых, это Арктика, там достаточно легкая такая нефть хорошая, да, газ, крупные месторождения газа и нефти такие. Ну, там нефть не вязкая, сейчас скажем, да, так сказать. Вот, ну, зачем Арктика? Во-первых, мы должны в Арктике начать работать, потому что это наша территория, надо начинать работать, надо получить опыт, надо провести исследования. Исследования разного типа, так сказать, да, вплоть до того, что, скажем, вот экологические проблемы. Вот Мексиканский залив, например, да. Там возникла экологическая проблема, решалась, действительно, огромный ущерб был нанесен. Да? Здесь тоже такое же может произойти, например. Да? Сегодня мы должны вот в этом направлении работать, да? Понять, что случится, как мы должны эту нефть собрать, как это все сделать. Да? Вот сегодня у нас даже такой проект один есть.
Вот мы совместно с, вот, с нашим инжиниринговым центром это делаем, РСИ Химтех, такое вот есть предприятие, для Роснефти разрабатываем реагенты, которые позволят вот, значит, в случае такой катастрофы, значит, вот этот вот ущерб уменьшить там сотни раз. Да? То есть мы, вот такое вещество, которое бы позволило собрать вот нефть быстренько. Да? Вот даже такой проект есть у нас, очень интересный, достаточно большой проект, крупный, интересный проект. Вот при работе в Арктике возникает много новых вопросов, связанных с транспортировкой, да, с добычей, с длительностью вот этого сезона, вот этого, когда можно плавать, заплывать можно, да, туда. Сезон тоже очень короткий. Мерла, вот. Да? Да, ну, да, не только, скажем, морские месторождения, но и месторождения, которые находятся на суше, да, сегодня. Вот. Очень много проблем. И их надо сегодня решать. Потому что если их сегодня не решать, то завтра как-то надо же двигаться, правильно? Мы должны приращивать свои запасы, и в том числе за счет такой сложной территории, как Арктика, в том числе и арктические моря. Этот процесс идет. Да, он тяжелый, дорогой, но этот процесс, естественно, он должен двигаться. Но с другой стороны, скажем, добыча вязкой нефти, наверное, подешевле получается, так сказать. Да, это, но этот процесс тоже он не останавливался никогда. И, в общем-то, я не считаю, что они друг другу как-то противоречат. Вот. И компания, вот Роснефть, у нее есть активы и в Арктике, скажем, есть в Самарской области, например, да, в Оренбурге есть скажем, активы, в Восточной Сибири появляются активы. То есть все компании, они как бы вот современные нефтегазовые компании, они работают в разных местах, разные активы имеют и, в общем-то, развивают не только, вот, скажем, более дешевые, но и перспективные активы тоже разрабатываются. Тоже надо видеть. Потому что это вопрос не только, скажем, экономический, он и политический ведь. То есть проблема геополитики, она стоит везде. Да? Вот два года назад, ну, полтора года назад была утверждена программа, стратегия такая научно-технологического развития России. В этой стратегии есть несколько пунктов. Во всех этих пунктах прослеживается вот наша территория. То есть вот как мы должны свою территорию сохранить. В смысле экологии, вообще сохранить ее, да, как мы должны ее осваивать, развивать. То есть это тоже государственная геополитическая задача. Она тоже должна решаться. А скажите, вот наши партнеры, конкуренты зарубежные, в первую очередь американские, наверное, нефтяники, да, где очень сильные школы и, на самом деле, передовые, канадские, британские, они работают в Арктике? Конечно. И технологии арктические разрабатывают, да, тоже, и месторождение Канады, конечно, арктические есть, да? Конечно. То есть мы не пионеры, ну, в этом вопросе. Конечно. Ну, например, на Аляске месторождение нефти, да? Пудабей, гигантское месторождение. Там, ну, да, Аляске, оно, да. Половина лежит на суше, половина, скажем, оно разрабатывается уже, я не знаю, там лет 30, наверное, 40. Угу. То есть? Да, то есть это... На их Чукотке, по сути? Абсолютно, да, это Чукотка наша. Вот примерно такие же условия, они разрабатывают это месторождение. Угу. Вот. Причем сейчас ведь не только, скажем, в Арктике. Вот, например, бразильцы разрабатывают месторождение, которое, где толще воды несколько километров. Толще воды, глубина. Вот воды несколько километров. Вот это, значит, бразильцы разрабатывают, да. Ну, это все международные компании имеют такие активы, такие сложные. То есть никогда, наверное, компании не работают вот только на сегодняшний день. Всегда двигаются какие-то направления, там, тяжелые. Сегодня дорого, да, но завтра то же самое, как, скажем, со сланцевым газом, со сланцевой нефтью, да. Это было дорого, сегодня это уже как-то уже доступно, да, американцы это разрабатывают тебе. Они даже выходят на первое место там в мире по добыче нефти. Кстати, есть мнение, что сланцевая революция, это все-таки, она несколько преувеличена, что ли. То есть срок жизни месторождения недолг. То есть через какой момент они схлопнутся, традиционные месторождения всегда будут, ну, превалировать, ну, более... Я думаю, да, в ваших насколько словах... Насколько мнение это... Правильно или ошибочно? Потому что сланец – это то, что сделал век нефти, с одной стороны, он продляет ее, с другой стороны, век нефти дешевый. Угу. Нефть перестала быть дорогим товаром, как она была еще 10 лет назад. Ну, что значит перестала быть? Сланцевая нефть не такая уж дешевая, на самом деле. Объемы пошли на рынок, объемы пошли, которые позволяют, ну, $100 за баррель нефти. Вы знаете, вот сегодня... Сланцевая нефть так, стоит так дорого, что вот то, что вы говорите, вернуться, скажем, к очень низким ценам на нефть уже не удастся. И доля ее уже на рынке настолько велика, что вот если цена упадет, это слопнется, то нефти не хватит. То есть все будет обратно появляться. То есть это говорит о том, что
цена на нефть уже не может упасть ниже вот, тех цен, добычи. Да, тех, себестоимости добычи сланца. Потому что слишком много сегодня стало в доле используемой нефти, сланцевой нефти. А скажите, вот открытие сланцевой нефти, добычи сланцевой нефти, возможности добычи, насколько увеличило вообще мировые запасы нефти? Ну, то есть, стало, когда появился сланцевая нефть, сланцевая революция, вдруг стало ли так ясно, что, ребята, а нефти у нас, оказывается, в мире-то настолько много, что парится по поводу... На самом деле, без сланцев тоже нефти было очень много. Есть такое мнение, что вот, говорят, вот нефть кончается на Земле. На самом деле, сегодня даже запасов той нефти, которую вот мы знаем, о которой мы знаем, сколько находится, хватит на сотню лет, я думаю, а может больше даже. Другое дело, скажем, разведанные запасы. Вот Россия, говорит, обладает запасами, там сколько, не очень много, там, говорит, 20 лет, там, типа, да, может быть. Наверное, да, вот эти подсчитанные запасы, они такой объем составляют. На самом деле, геологические запасы, вот те запасы, которые есть, но которые еще не разведаны, они намного-намного больше, конечно. Вопрос достать? Да, технологии, конечно, вопрос технологий. Как достать эту нефть? И вот сейчас... Да, вот эти все технологии очень дорогие, даже, допустим, я не говорю про Арктику, я говорю про сверхвязкую нефть, то без соответствующего налогового стимулирования и Конечно. Определенных ценах на нефть, там просто ну, нерентабельным становится Конечно. Ее добыча, все-таки это пар докачать, потом собрать, потом извлечь ее. Это колоссальные затраты и тепловой энергии. Вот. И сейчас стали обращать внимание на возобновляемые источники энергии, на ВИЭ. Сейчас идет бум по всему миру, и мы видим, там, в Германии уже значительная доля уже энергобаланса. Это возобновляемые источники энергии. И даже у нас вот сосед Татарстана, Ульяновск, они уже создали довольно симпатичный такой большой ветрокластер. У них стоят эти ветряные ветряки, целое поле этих ветряков. И есть и университет, или там институт, который готовит кадры. То есть и все циклы замкнули. Вот КФУ наш... Казанский университет, вообще вот как он сейчас работает по данному направлению, по возобновляемым источникам энергии? И есть вообще будущее у них? Надо ли готовить специалистов? Да, конечно. Вот, очень интересный вопрос вы затронули. Да? Он имеет очень много аспектов таких. Вот я о некоторых аспектах скажу. Да? Вот сегодня... При высокой стоимости нефти, достаточно высокой стоимости нефти, конечно, компании, так сказать, с интересом смотрят на эти источники энергии. Как бы, да, то есть нефть дорогая, все, можно развивать это дело. Да? Как только цена на нефть падает, все это сразу умирает. Как бы, да, потому что уже компании, занимаясь научным исследованием, все равно они не являются филантропами, они не будут там что-то тратить свои деньги, прибыль на то, чтобы, скажем, какие-то разрабатывать там или вырабатывать вообще электроэнергию, скажем, которая дорогая уже. Да? Зачем он будет платить деньги за то, что он вырабатывает электроэнергию, да, получается? Mm-hmm. То есть тут все регулируется цена на нефть, на самом деле. Да? Вот я уже сказал, что цена на нефть сейчас, наверное, не может упасть так низко, потому что тогда ее не будет хватать, потому что вот эта дорогая сланцевая и сверхвязкая нефть добываться уже не будут, как бы, да? Ну, когда цена упадет, если такое предположить ситуацию. Поэтому возможность существования возобновляемых источников энергии, она становится все более и более вероятной. Как бы, да? И альтернатива? Здесь, да, альтернатива. То есть, но тем не менее, вот все эти агентства, которые считают вот эти перспективы, да, значит, там, говорят, что, вот, наверное, где-то к 30-му году вряд ли вот эти альтернативные источники энергии будут, скажем, больше 20-25% рынка займут. Это самые оптимистические. Самые оптимистические, самые вообще вот такие вот радужные такие, да. Мечты. Мечты такие, да. Почему? Потому что, во-первых, нефти очень много. Во-первых, нефти еще много, которая легкая, которую можно добывать. Вот залив еще у нас есть, да, там шельф на других странах есть там. То есть пока мы не видим, что вот нефти как бы меньше будет, да. С другой стороны, газ. Вот смотрите, сегодня в доле вот ископаемого топлива для выработки электроэнергии уголь
в Китае занимает 75%. В США 25%. То есть еще одна проблема еще есть, уголь убрать хотя бы, да? Вот уголь даже есть. Уголь очень дешевый, но экология страшная получается, да? Вот. То есть вот заместить уголь надо еще. Вот первый шаг пройти, заместить уголь, тогда мы проблемы экологически решим, скажем, да? И вот потом, вот в этой ситуации, конечно, даже, может быть, вопросы экологии решатся во многом, да, скажем, ну, это тоже повлияет на, скажем, стоимость вот этой вот возобновляемой, значит, энергии. Вот. И, конечно, вот еще один аспект возобновляемой энергии связан с тем, что, например, вот в России, например, да, мы производим дешевый газ, дешевую нефть, например, да, и сегодня, например, компания не очень охотно занимается этим делом. Вот в мире как это сделано? В мире существуют не нефтегазовые компании, а энергетические компании. Сегодня наши компании тоже говорят, что мы, говорят, энергетическая компания. Вот «Лукойл», например, да, они действительно вырабатывают огромное количество электроэнергии. У них попутный газ есть, они его сжигают там, да. Ну, и все компании так сейчас поступают. «Роснефть» точно так же делает. И они вырабатывают электроэнергию для себя. То есть для своих нужд они, по сути, из своих, вот, своего газа вырабатывают электроэнергию. Но что значит энергетическая компания в мире? Это компания, которая создает энергию не только из нефти, газа и угля, да, но еще и, значит, из ветра, из, скажем, там, подземного тепла, гидроэлектроэнергии, солнца, да. Вот. То есть все виды использует. Почему? Потому что, если, скажем, эта компания, которая вырабатывает солнечную энергию, находится вдали от нефтяной компании, скажем, отдельно, да, когда нефть, цена понижается, компания умирает. А если находится внутри, они как бы балансируют и как бы не дают ей умереть. Получается, да? Диверсификация. Да, диверсификация. То есть вот нужно вот эти компании, которые вырабатывают энергию, значит, возобновляемые источники энергии используют, они должны войти в нефтяные компании. Ну, это как бы моя такая, мое предположение. Тогда все это вот консенсус будет развиваться. Да? Потому что сегодня же как? Цена на нефть высокая, о, компании поднялись эти. Цена на нефть упала, эти компании все умерли. Потом обратно нас собирали. Хорошо на Западе, там они раз собрали. А у нас в России, попробуйте-ка, умерла компания, тут не соберешь, все. Растащили батареи, и все кончилось, как бы, да. То есть, вот идея такая, что хорошо бы, если эти вещи развивались внутри энергетической компании. Тогда это было бы правильно, скажем, ну, для России это было бы правильно. Они бы поддерживали друг друга. Вот сегодня, например, Татнефть, она добывает сверхкавказскую нефть. Она лидер по добыче сверхвязкой нефти в России. Да? Они больше миллиона тонн в год добывают уже сверхвязкой нефти. Уже, по-моему, это пятому миллиону приближается. Да, пятый миллион уже скоро будет. Они сегодня добывают больше миллиона тонн. Это фантастическая, на самом деле, величина. Конечно. Да, в принципе. Хотя, кажется, при той добыче там, 35 миллионов в Татарстане 1 миллион. Но это только начало, 1 миллион. Да? Запасов этой нефти в Татарстане очень много. Вот мы, конечно... Чуть ли не 7 миллиардов, говорят. Ну, знаете, эти оценки, они очень разные. Я вот слышал даже 15 миллиардов, например, да? Да. То есть, если все это оценить, наверное, так и есть, но есть очень маленькие месторождения, которые одну скважину пробурил, уже деньги кончились, да? Как бы уже не окупится. Вот. То есть, все зависит от того, насколько это рентабельно, насколько технологии, да? Скажем, если дать это дело какому-нибудь там фермерскому хозяйству, добывать эту нефть, они, может быть, для них это, может, выгодно будет, а для Татнефти это, ну, невыгодно совершенно. То есть, это тоже, так сказать, способ создания каких-то малых компаний, еще более маленьких компаний, нефтяных, которые будут одно маленькое месторождение называться, в котором там 10 тысяч тонн битума содержится, да, к примеру. Ну, почему нет? Да. В Америке нет? 5 тысяч малых нефтяных компаний. Да. Не, у нас тоже Татарстан лидер в России по этому делу, да, поэтому здесь, я думаю, что возможности еще такие существуют. Вот. Поэтому возобновляемая энергетика, она, конечно, должна развиваться, мне кажется, в таком духе. И потом, знаете, вот в чем проблема? Проблема же не в том, что энергии не хватает. Вот возобновляемая энергия, на самом деле, достаточно много ее, да? Вот есть территории, где можно поставить солнечные батареи там, да? Но вся проблема, можно, да, еще вот много мест, где можно построить гидроэлектростанции. Например, в Южной Америке можно построить гидроэлектростанции. Если построить их столько, много, так сказать, насколько возможно, то этой энергии хватит, чтобы обеспечить весь мир. На самом деле. Сегодня, ну, южноамериканские страны, Чили, 75% например, да, энергии берут с гидроэлектростанций. Ну, больше, ну, такие не очень большие страны, не очень много потребляют. Угу. Вот в чем проблема? Проблема в том, что как эту энергию как бы транспортировать. Хранить и транспортировать. Хранить и транспортировать, скажем, вовремя. Вот ночная сторона Земли, вот дневная сторона Земли, да, вот разные потребления электроэнергии. Вот, куда ее девать, скажем, здесь, да? Значит, разные аккумуляторы используют. Даже вот закачивают обратно воду там, в дамбу, плотину, чтобы потом обратно получить ее. Да? Угу. Потому что по-другому, хотя КПД здесь совершенно низкое, но тем не менее это используется.
Потому что энергии девать некуда, куда ее девать, давайте лучше обратно воду закачаем и получим завтра, ну, потеряем там 60%, но получим, да? Вот. То есть разные варианты есть. Вся проблема сегодня в том, чтобы создать какие-то хорошие проводники, в свое время говорили о сверхпроводниках, например, положить из Южной Америки там, в Европу сверхпроводник такой, который будет там, без потерь электроэнергии передавать из гидроэлектростанции, пожалуйста, весь мир там перестанет сжигать топливо, и мы будем сказать, все счастливы и довольны. Да? Как, мы это счастливы не будем. Мы это не будем. То есть, знаете, вот эта проблема возобновляемой энергетики, экологии, скажем, она такая многоплановая, очень многоплановая, например. Экология одно дело, другое дело, как ее решить. Например, если увеличить эффективность там, двигателя внутреннего сгорания на 1,5%, да, мы на 1,5% меньше нефти будем добывать, понимаете, в мире. Это гигантский объем. Или, например, мы придумаем аккумуляторы какие-то хорошие, да, это уже можно будет грузить не сжиженный газ, а аккумулятор погрузил, перевез там в Европу, положил там, электричество перевез, скажем, или там провод сверхпроводящий проложил через Атлантику, скажем, да, и, пожалуйста, обеспечил электроэнергией какие-то страны. То есть это не только связано с нефтью и вот с экологией. Угу. То есть здесь много очень аспектов в этой проблеме, и весь мир их решает на самом деле, то есть пытается решить. Вы знаете, у меня есть вопрос по поводу как раз экологии. Здесь в Казани с 4 по 8 марта проходило совещание экспертов МГИК. Это международная ассоциация, международная группа экспертов по как раз оценке деятельности человека на климат и глобальное потепление. Да. Это организация при ООН. В общем, то, что они приехали впервые вообще в Россию, я так понимаю, они сюда приехали готовить доклад свой традиционный, раз в 5 лет они готовят доклад, знаменитый доклад. По этому докладам, в общем, тема глобального потепления в свое время была очень сильно поднята на щит. Киотский протокол по этим докладам был составлен на основе этих докладов, на основе этих заявлений. Я понимаю, что в Казани они проводили открытые совещания. Почему? Потому что они готовили предварительный документ, да, который готовили, будет потом вынесен на суд ООН уже, я так понимаю, Международной ассамблеи ООН. Сам факт приезда в Казань, почему они приехали? Второй момент, самый важный, на мой взгляд, это сейчас, если, например, еще там лет 10-15 назад вот позиция МГИК по климату, она была неоспариваемая, да? И любые климатические скептики, которые протестовали или не соглашались, они попадали, ну, даже под обструкцию. Политическая поддержка была колоссальна. Ну, Альберт Гор, мы все знаем, да, он с МГИК получил в 2007 году Нобелевскую премию. То есть Киотский протокол, когда всех посадили за стол, крупнейшие державы мира, люди подписали документы. Да, потом пошли проблемы, но тем не менее. Сейчас такого политического веса и морального у этой организации не чувствуется уже. То есть, на мой взгляд, потому что пришло новое поколение политиков, таких более прагматичных, правых, для которых вот конкуренция, например, в экономике намного важнее, чем какие-то экологические проблемы. То есть, когда отдают, ну, вынуждены просто ограничивать себя экономических развитий ради экологии, то есть, ну, не хотят на это идти. На ваш взгляд, насколько вот это правы или неправы климатические скептики, насколько вот это движение, споры между МГИК и скептиками актуальны, и, на ваш взгляд, глобальное потепление. Вот, на ваш взгляд, как ученого, как, во-первых, не просто ученого, а специалиста по палеоклиматологии, палеоэкологии, насколько глобальное потепление существует, насколько человеческий фактор в этом глобальном потеплении влияет решающую роль? Ну, во-первых, есть факты научные, как бы, да. Например, неоспорим тот факт, что содержание углекислого газа в атмосфере четко коррелирует, скажем, с возрастанием там, человеческой деятельности. И действительно, вот это вот антропогенное, значит, влияние на увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере – это факт научный, как бы, да, то есть существует такое. Только такая зависимость, очень хорошая, ярко видно все это. И источники, в общем-то, этого углекислого газа на сегодня более-менее понятны, вот то, что пишет вот эта комиссия, они, значит, обсуждают, какие источники, откуда это берется. Вот. В данном случае это было связано с Арктикой, с Северными морями. Вот эта группа, которая заседала, это вот группа как раз занималась вот влиянием вот этих северных морей, арктических территорий. И сегодня вот совершенно четко известно, что вот это потепление приводит к тому, что тает вечная мерзлота, и вот этот газогидратный
метан, который есть, он выделяется в атмосферу как бы, и превращается в углекислый газ. Хотя сам по себе метан, он 20 с лишним раз более такой парниковый газ, чем углекислый газ. Да? То есть эти процессы происходят. И то, что влияние углекислого газа на парниковый эффект известно, это тоже известно. Но, скажем, сегодня увеличение температуры, которое коррелирует с увеличением вот содержания концентрации углекислого газа, которое показано, что это антропогенного происхождения, и понятно, откуда он берется, потому что, может, случайность зависит. А когда оцениваются источники, видно, да, действительно связано с человеческой деятельностью. Как ни странно, вот, скажем, считается, что до сегодняшнего дня считалось, что, ну, считается, я думаю, что скоро это будет пересмотрено, что вот сельскохозяйственный мир колоссальное влияние оказывает на производство углекислого газа. Животные даже, да? Коровы. Коровы, да, честно говоря, да. Это огромный источник, на самом деле. Как ни странно. Вот. Не сжигание там топлива, да, а вот и коровы именно оказывают влияние, да? Да, действительно, это так. Потом, вот, например, сам процесс гидроразрыва пласта, который используется при добыче, например, сланцевого газа, сланцевой нефти, да? Когда вы рвете пласты, вы пытаетесь формировать искусственный залеж, как бы, да? А что такое залеж для «Газпрома», например? Бурится скважина, там в породах содержится газ, а сверху покрышка есть. Есть покрышка, которая не пропускает этот газ. Он там сохраняется, миллионы лет там сохраняется этот газ, потом бурится скважина, этот газ добывается. А когда делается гидроразрыв, не факт, что там есть покрышка. Когда вы делаете гидроразрыв, вы какую-то часть газа успеваете забрать себе, сказать, вот из этих трещин, скважину, а какая часть уходит попором наверх и выходит на поверхность Земли и попадает в атмосферу, там, скажем, да. Сегодня это очень спорный вопрос, потому что он наиболее существенен, чем, скажем, то, что при гидроразрыве происходит загрязнение окружающей среды, подземных вод, вот этими продуктами химическими, которые закачиваются в скважину. Вот такие при этом, да? Страшные, да. Фильмы показывают. Да, показывают страшные фильмы. Но на самом деле, я думаю, что через некоторое время будет понято, что человечество поймет, что вот этот вот гидроразрыв приводит к тому, что огромное количество метана выделяется в атмосферу. У нас даже есть такой один проект, которым мы пытаемся вот это вот исследовать и доказать, что действительно вот эти процессы приводят к попаданию эмиссии огромного количества метана в атмосферу, который может сильно повлиять. В мире даже есть общество, течения такие, вот, скажем, там прямой перевод, значит, оставьте под землей, типа, ну, типа, вот, называется общество, оставьте под землей. То есть не добывайте. Когда вы начинаете добывать, все это выделяется, значит, в атмосферу, и есть даже такие прогнозы, что, вот, скажем, к 40-му году температура может вообще подняться на, там, к 45-му году температура может подняться на 3 градуса. Расчет, ну, вы есть. Знаете, я когда к этой теме готовился, я посмотрел, были такие в истории человечества, даже человечество их запомнило, это климатический оптимум. Да. Атлантический климатический оптимум, это было 9 тысяч лет назад, в Подмосковье рос самшит, тропический, субтропическое растение. Чукотской тундры не было, потому что были там хвойные леса. Соответственно, вечной мерзлоты там тоже уже, видимо, меньше объеме было. Оптимум. Ну, это было давно, да, это до исторического времени, в том плане, до письменных источников, когда человек уже существовал. Оптимум средневекового, античной эпохи, римской, mm-hmm. оптимум, да, на 2 градуса теплее, как ни странно, температура до нынешней Сахара, влажная, сад. Влажная, там дожди, там поля, там зерно, это просто источник громадный, да, вот все античные цивилизации. Открытые проходы в Альпах, ледники отошли, и, соответственно, Италия, Галлия, Испания, они все превратились в одно государство, Римская империя. И когда случился оптимум, это закончился, похолодание раннего средневековья, это как раз переселение народов, это массы голодных, обездоленных, которые вынуждены были скитаться, уходить из территорий, которых, ну, тяжело для проживания при тогдашнем уровне агрокультуры. И, ну, собственно, они снесли эту империю в том числе. Mm-hmm. Не может ли быть то, что вот это потепление, оно несет благо, особенно в нашей стране, которая, в общем-то, ну, мы, как у нас шутят, Россия — это южное побережье Северного Ледовитого океана. Ну, да. Вот, как бы, ну... Нет, согласен с вами. Понимаете, вы привели интересные факты. Мне вообще разговор вот этот очень интересен, конечно. Мне он близок. Вот. Действительно, природные колебания климата, они просто фантастические вот, по сравнению с тем, что вот мы сегодня наблюдаем. Я приведу просто один такой факт. Вы, наверное, удивились, вы не привели его. Вот я вам скажу, что 11 тысяч лет назад уровень океана был на 100 метров ниже, чем сегодня. Вот эта вода, которая 100 метров толще океанской воды, она была в ледниках. Можете себе представить, да? Вот ледники были настолько велики,
чтобы вот эта вся вода была в ледниках, и 100 метров. То есть вот сейчас уберите 100 метров, да, и вы сразу видите, о, вот эти вот, значит, какие территории соединятся между собой там в океанах, там, да, вот, значит, Юго-Восточная Азия, там, да, вот эти места все эти, Индонезия, вот, скажем, Аляска и Чукотка, да, то есть где-то вот, скажем, да, то есть Канада, вот эти, ну, Канада, ладно, там лед был, так сказать, да, другие места, скажем, да, вода была ниже. То есть сегодня, вот, можно сказать, что люди, которые жили в то время, их поселения были там, где сегодня вода находится, где 100 метров воды глубина. Почему вот археология, вот эта археология, она находится там. То есть то, что было, скажем, где-то там на материке, это мы находим, а то, что вот было на побережье и далеко, значит, сегодня море лежит на глубине 100 метров воды, это вот там люди жили, на самом деле, да? То есть вот какие были колебания климата. 11 тысяч лет и 100 метров. Сегодня говорят об одном метре, говорят, 2 метра поднимется, Нью-Йорк затопит, там все это, Северная Европа затопит, да? То есть масштабы совсем другие. Сегодня мы чем больше живем, чем больше нарабатываем себе, так сказать, благо такого, условия для жизни, тем мы больше входим в противоречие с природой, да? Изменение, скажем, уровня воды на 1 метр приведет к тому, что наши многие месторождения в Западной Сибири станут морскими. Понимаете, то есть, да? Вот. Нью-Йорк затопит, там все эти вот побережья, восточные побережья Соединенных Штатов, его затопит. Северной Европы не будет. Цивилизация усложнилась и стала более хрупкой. Да, она стала более хрупкой, потому что мы себе создаем какие-то блага, да, вот, но эти блага, мы, пока нам бороться с природой сложно. Мы говорим, вот человек там и природа, вот, на самом деле природа настолько мощна, вот вы зайдите в геологию вот, там, на 10 тысяч, на 20 тысяч лет, на 30 тысяч лет, да, увидите, что это фантастические процессы происходят. Горы поднимаются на такие высоты, да. И мы говорим о том, что вот человек там вот копает, там что-то экскаватором, что-то перемещает массы. Коровы это, напукали. Как это, да, коровы, да, да, да. Это муравьи по сравнению вот с тем, что природа. На самом деле, конечно, природа колоссальна. Почему я поддерживаю вот эту группу, которая занимается климатом, да? Ну, понятно, что эти процессы, которые сегодня происходят, они несравнимы с теми процессами, которые могут происходить в природе вообще без участия человека. В этом смысле это кажется абсурдом. Что там, какой там один метр, какой там один градус? Тут вообще были процессы, которые вот были в обозримом прошлом, происходили процессы, которые вообще по сравнению с тем, что мы прогнозируем сегодня, да, это 10-100 раз меньше. Понимаете? То есть природа настолько мощна. И что произойдет, вот, скажем, что природа надумает сделать, да, то и будет. Вот сейчас природа задумает, скажем, природные процессы, что нужно похолодание сделать там, на 2 градуса, да, за 200 лет. Она сделает это. Как бы, и все наши потуги там... Выпускание углекислого парникового газа окажется таким смехотворным объемом, понимаете, окажется. То есть это тоже может быть. Но тем не менее, почему этим нужно заниматься? Во-первых, этим обязательно нужно заниматься, потому что человек рано или поздно станет влиять на эти вещи. И вот то, что выделяется метан, скажем, при добыче газа и нефти при гидроразрыве, это факт. И если увеличиваться будет объем добычи именно таким способом, то это приобретет уже масштабы такие, которые начнут влиять на глобальные процессы. Понимаете? То есть, наверное, можно, я верю тем скептикам, которые говорят, что вот, не верю, да, наверное, можно, могут доказать они какие-то, значит, факты привести о том, что природа вот более такие масштабные процессы изменения климата производила в прошлом. Буквально же это вот был ледниковый, малоледниковый период был, да, там вот вы приводили, значит, Средневековье был оптимум такой, да, потом похолодание наступило. Потом вот, ведь чтобы на человека повлиять, нужно такое мизерное изменение климата. Вот Америку заселили европейцы, да, то есть взяли, грузились с детьми, со своим, там какими-то вещами. Нехилым, скажем, да, на эти корабли хилые, да, и плыли в какую-то Америку. Вот можно вот вас взять и сказать, давайте плыви, вот садись на это вот корыто и поплыви, да? Неизвестность. Потому что они поняли, что здесь уже жить невозможно. Голод, безземелье. Да, безземелье, голод. И вот да. Есть одна такая теория геополитическая, она нашими доморощенными геополитиками выдвигается, она такого следующего вида. Смотрите, что происходит. В Европе каждое лето все жарче и жарче, все невыносимее и невыносимее. А в России как климат становится тоже, конечно, чуть пожарче, но из-за наших снегов и холодов он такой гармоничный. И есть такая теория, что рано или поздно европейцы начнут ломиться
жить в нашу среднюю полосу, побегут со своих 40 градусов каждое лето, там Италия, Франция, все пойдут к нам. Вот как вы к этой теории относитесь? Она достаточно популярная в этих в определенных кругах. Нет, ну, конечно, климат будет влиять на людей. Люди в любом случае, даже имея какие-то блага, там все равно будут перемещаться. Да? Экономия энергии, там, скажем, вот жизни. Сейчас вот очень большой класс пенсионеров появился, да? Таких людей, которые живут. Вот я как-то был в Канаде, там есть такой, значит, город Сидней называется, да, там остров такой, значит, маленький. Там вот город, это остров пенсионеров, там геологическая служба Канады, значит, мы туда ездили, прибор там поставляли. И вот а почему я там ходил. Там живут? А? Почему там живут? Ну, это город пенсионеров, по сути дела. Там живут пенсионеры, все приехали, все купили. Там очень хороший климат, мягкий такой климат. Да, да, такое хорошее место. Работать там нет, предприятий там нет. Там работать там негде, на самом деле. Вот они там покупали дома. Это вот как сейчас в Латвии покупают, и норвежцы покупают там в Латвии дома, там живут, там работы нет, там экология хорошая. Там. Медсервис очень хороший. Да, медсервис хороший. И живут там люди, приезжают. Вот такое перемещение, оно, конечно, будет. Оно уже есть, на самом деле. Да? Люди перемещаются куда-то, живут. Это связано не только с климатом, хотя с климатом тоже связано, да? С другими вещами связано. Вот на самом деле сегодня 80% территории России, оно как бы не приспособлено к жизни, да? Там надо выживать, а не жить, как бы, да? Вот я понимаю, там какой-нибудь Виталий там пришел. Или вот я был в Колумбии, мне понравилось, как люди там живут, да? Там лето, зимы там не бывает, там все время один и тот же климат. Там заходишь, такая роща банановая, да? В одном, с одной стороны, зелененькие бананы, приходишь сюда, здесь уже спелые бананы. То есть собрал, кажется, любой день можно прийти, там бананов собрать, там поесть. Там, да, там. Да, там взял, нужен мешок и большая такая длинная палка, чтобы сбивать какие-то фрукты. Совершенно. Я тоже сбивал, ходил в лесу, там, собираешь там и думаешь, это можно есть? Они говорят, можно, можно есть. Там, не мешка, что-то ешь такое. Вот то жизнь. Есть, да, вот жизнь такая. Живешь там, в коробке, да. Картон. Еда тебе не нужна, одежда тебе не нужна особенно. Да, вот люди живут. Бананы листом прикрылся. Бананы, да. Бананы поел, пожил там, да, все. То есть, конечно, это влияет как бы на человека. Да. Попробуйте, вот, поселите какой-нибудь в Сибири какой-нибудь, да, они умрут там через 2 недели все. Неприспособленные люди, как бы, да, если нет у них там каких-то навыков специфических. Конечно, такое перемещение будет. Наверное, оно будет в любом случае. Вот это ваша теория, это естественный процесс такой. Вот в центре Казани стоит памятник Льву Гумилеву, знаете, да? Значит, вот около кольца магазина есть. Люди говорят, а что, кто такой, говорит, Лев Гумилев, да? Вот человек, который создал такую теорию, о которой вы говорите. То есть климат влиял на все. То есть вот вы же сказали, что вот был хороший климат, вот была большая империя, жила там, да? Вот огромная степь, засуха. Вот какой полководец поведет свое там 100-тысячное войско через степь вот нападать, да? Ничего подобного. Они будут сидеть там где-нибудь, там около моря где-нибудь придут там и будут там жить. То есть климат влиял на перемещение человечества, на развитие человечества всегда, и он всегда будет влиять. И сегодня тоже будет влиять. И, конечно, вот эти процессы, о которых вы говорите, они будут идти. Природа настолько мощна, она гигантская на самом деле, да? И да, загадить можем, но бороться, соревноваться с природой, знаете, я думаю, невозможно. И в плане вот биологии, вот сейчас говорят, генетики, мы там вот что-то, да, там. Знаете, вот природа вырабатывала все это миллиарды лет. Причем вырабатывала опытом, не там какими-то вычислениями, там, а вот таким четким опытом, который считает без ошибок до последнего знака после запятой, да, все это считается как бы, да. И все это было создано. Это уникальное творение такое, которое вот сегодня прийти и сказать, что вот мы вот тут вот сейчас вот так подвинтим и все вот как бы сделаем, да. Конечно, это какие-то вещи можно делать, да. Но против, мне кажется, природа, она гениальна. Это большой суперкомпьютер. Это, по сути дела, это Бог, да, который вот Спиноза сказал, да, что Бог – это природа, да. Вот я не могу сказать, что я атеист какой-то, вот, но я вот верую вот в такую природу. Это умная природа, огромный компьютер. Огромное, гигантское такое, значит, организованное существо, если можно так сказать, да, против которого вот это человечество такое, знаете, даже на Земле. И получается, что одна из наиважнейших функций человеческого познания в таком случае становится это изучение природы. Конечно. Ну, это так и было. Это как раз то, чем занимается... Институт геологии и нефтегазовых технологий. И Казанский университет тоже занимается, да. И я с большим разочарованием прерываю, заканчиваю нашу беседу со столь замечательным собеседником. И напоминаю, у нас сегодня в гостях был проректор по научной деятельности КФУ, директор
Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Карлович Нургалиев. Большое вам спасибо. 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 До свидания. До свидания.